Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. Я продолжаю гамочкать в My Summer Car. Собственно, я, как и обещал в прошлой серии, установил обнову. Вот. Первым делом, что произошло, это слетели русификаторы, которые у меня стояли, так как надо было их обновлять. Но я не сильно переживаю по этому поводу, потому как тут и так все понятно, да? Ну, ничего сложного-то нету, поэтому лучше уж играть на обновленной версии, да, на английском, чем париться насчет русификатора. Вот, в принципе, со временем, конечно, я поставлю, но я хочу дождаться обновленный русификатор. Я уже нашел одного чувака, который делает нормальные такие русификаторы. У него там на 70% переведено, в принципе. Ну, это примерно, конечно, да, как бы оценивается на 70%. В целом, неплохой перевод, поэтому я думаю, что я подожду. И потом, собственно, поставлю. Пока что мне не сильно это надо. Что ж, вот фургон как наш изменился. Без русификатора. Там же все-таки текстурки были поменены. Кубики. Каталог теперь уже здесь валяется. Так, списание он какой-то. Ну, ладно, надо поспать. Ой-ой-ой. Давай-давай, засыпай, несчастный. Так. Wednesday. Среда у нас. Что ж, окей, открываем дверь, смотрим, что с нашей тачкой. Наша тачка стала ржавая, как... Ну, вы поняли, что я хочу сказать. Не самые лестные отзывы по ее внешнему виду. А, ключики у меня, смотрю, слетели. Да, все ключики здесь. Появился баллонник в обнове. Надо же. Нежка, кстати, как-то по-другому тоже стала выглядеть здесь вот корпуса. И, может, конечно, кажется, но, по-моему, по-другому, да? Ржавчина вся вот эта появилась, вся вот эта бякушка, которая раньше было не видно. Так, ну ладно, хорошо. А, что у нас тут закручено все? Сейчас проверим. Все ли я поставил? Все, да? А, в прошлой серии я, получается, рулевую колонку, да, вот не прикрутил. Собственно, на 8 прикручивается. Ключом на 8. Что-то я не знаю, вроде тоже пробовал на 8 или не пробовал, не помню уже. Ну ладно. Как-то так. Что-то у нас, в принципе, все сохранилось, да, несмотря на то, что разница как бы и была в версиях, все сохранилось. Странно, я, по-моему, опускал заднюю ось. То есть бенка у меня. Ну. Помню, что опускал. О, другое дело. Что был полный привод хотя бы. Так, что у нас там? Внутри что-нибудь есть? Ничего нет. По-моему, не закрыл. Все, теперь закрыл. Так, внешка как бы, да. Разница большая в текстурках, по крайней мере. Ну ладно. Это не значит, что это плохо. Собственно, что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы как бы попробуем пособирать двигу. К сожалению, не все так просто с двигой. Ну, почему я говорю не просто? Потому что правильно. Потому что есть проблемки с тем, чтобы правильно тачку закатить и не помять при этом. Не деформировать ее. Если деформируем, то все, капец. Пиши, пропало. Так, вот желтенькая, обновленная. Шикардосики. А можно фургон, интересно, перекрасить? Мне просто интересно. По-моему, нет. Придется терпеть такой фургон. Что ж. Ладно. Будем терпеть. Можно, конечно, он красным покрасить. Знаю. О! Это тот баллончик, который я думаю. Ну-ка. Что-то не покрасилось. Странненько. Я думал, покрасится.
Во! Шикарненько. Оставляем. Так, а эти части можно покрасить? Да. Шикарно. Вот. Супер. Крышка капота. Ой, капота, багажника, господи. Что я говорю? Не хочет. Не хочет краситься. Сволочь. Все, покрасился. Ну, вот такая вот фуксия будет. Так. Опа. Что-то, мне кажется, пару каких-то запчастей добавилось. Раньше вроде их не было. Покрашенные, как новенькие, да? Вообще прям обновленные такие, козырные. Так, ну ладно. Первым делом что делаем? А, закрываем чемоданчик. Он нам еще понадобится, но уже здесь. На сборе двиги. Так. Мне нужно теперь каким-то чудом, собственно, ее выровнять. Чем я говорю чудом? Потому что... Потому. Так. Берем руки. Руки-крюки. Нежно, аккуратно толкаем тачку. Очень нежно. Очень аккуратно. Стараемся не нанести сильных повреждений. В противном случае капец будет. Поэтому аккуратненько. По чуть-чуть вталкиваем ее в наш гараж, на яму смотровую. Так, нужно следить за тем, чтобы она не грохнулась в саму яму. Вот то, что сейчас, собственно, у меня может и произойти, да? Поэтому я убираю руки, иду сюда. Так, беру руки здесь. И толкаю ее, что есть сил. По крайней мере, пытаюсь толкать. Потому как от этого зависит целостность нашей тачки. Если я изуродую ее раньше времени, ничего хорошего из этого не получится. Так, пошла потихоньку. Давай, давай. Давай. Смотрим обязательно, проверяем на всякий случай, куда и как она пошла. Так, худо-бедно, пока пойдет. В принципе. Так вот, это было очень плохо. Это было очень, даже очень-очень плохо. Так, на карты. Руками толкаем. Убрали руки. Выравниваем. Убрали руки. Смотрим. Уровень наклона. Еще чуть-чуть передок толкнуть. Буквально чуточку. Вот так вот где-то. Все. Поехали дальше толкать. Потихоньку. По чуть-чуть. Сюда посильнее, в эту сторону. Следим и молимся за тем, чтобы она не упала в смотровую яму. Иначе будет очень-очень грустно. Так, вот. Прикольненько. Еще пару сантиметров толкнуть. Все, пойдет. В принципе, должно, да, у нас прокатить. Так, нам нужно попить водички. Молочко. Отлично. Молочко — это хорошо. Сюда пустую. Еще можно вот сачку выпить. Что-то сачок нифига не утолил мою жажду. Есть подозрение, что этот сок вообще не способен утолять жажду. Только пивас, по-моему, хорошо утоляет, походу.
Ну, пока так, да, набросаем здесь. Собственно, на крайняк всегда у нас есть кран. Оп, воды из-под крана попили. Пописили. Все шикарно. Все хорошо, все так, как и должно быть, по идее, да? Допустим. Хотя даже не знаю, насколько так и должно быть. Ну ладно. Сейчас не об этом. А, переходим к самому интересному. Вот к этому всему безобразию, которое здесь валяется. Да. Так вот, в принципе, если не знаешь, как это все собирается, можно потеряться, испугаться и подумать, что это за херня. Ну, бояться не стоит. Нужно брать, получается, сам блок. Ставим его пока сюда. Вот. Таким вот образом. Переворачиваем его. Потом берем вот это. Забыл, как называется, но, в принципе, это не столь важно. Теперь ключи. Все нужно собирать и закручивать, иначе капец. Маленечко где ошибемся, все, двигатель на замену, можно его вырвать и выбросить в мусор. Вот, потому что разбирать, пересобирать его потом по новой, это, конечно, еще то удовольствие. Однако, так. А, как бы нам нужно его закрепить, собственно. Закрепляется он следующим путем. А, где эта штучка наша? Где-то тут. Так, а клапаны у нас не хотят закрыться. Здесь должна быть рамка. Что-то я ее не вижу. Не пойму. Я же ключ на 9 взял. Ну да. Странно, вроде должен прикручиваться. И крышка какая-то должна появиться. Что-то я начинаю запутываться. Так, клапана. Это диски. На, колпачки на диски. Нет, надо смотреть где-то здесь. Где-то здесь эта хрень есть. Так, ну ладно, пока можно пистоны вот эти поставить. Так. Посмотрим. Так, я их, наверное, хрен поставлю. Надо вот переворачивать его. И вернем. Вот таким макаром. Так, первый. Да, его надо закрепить. Я же помню, что его надо закрепить, но не пойму, почему эти не появляются крепления. Здесь должны были появиться крепления. Может, я не тот ключ взял? Okay. Попробуем ключик на 7. Должны появиться болты. Со скобами. Почему их нету? Что-то я не пойму. Видимо, в этом обновлении все... А, вот они. Вот эти хрени надо прикрепить, господи. Точно. Забыл. Скобки вот эти. Так. Рано я эти штучки взял. Так, это первое. Смотрим. Она ставится вот тут. Она и закручивается как раз таки ключом на 9. Так. Отлично. Закручиваем. Их всего у нас 6 будет. Так, вторая. В этом промежутке ставится. Закручиваем. Все, здорово. Так, берем следующую. Она у нас идет самой последней. Опа. Поставили, закрутили. Все, как бы шикарненько. Так, вот теперь переходим именно к таким клапанам. Так. Кто там не звонит? Будь он не ладен. На ёшки-матрёшки. Нашли время, да, когда мне отвлекать от такой важной работы.
Так. Алло. Да ты чё? Трава ему надо привезти. Опять. Не знаю. Пока нет желания мне тащить дрова, ребят. Давайте я закончу лучше сначала с нашим двигателем. Хотя бы какую-то часть, да, работы по нему выполню. Потом уже поедем выполнять задание. Так. Хотя бы хоть сколько-то двигателя собрать. Так, переворачиваем его. Нам здесь нужен ключ на 7. Текс. Гаечки закручиваем. Всего у нас должно быть 8 гаечек. По 2 на каждый. Если не закрутим, то считай все. Шандец двигателю. В капитальный ремонт можно смело отправлять. Так. Отлично. Все, это прикрутили. Так, теперь прокладочку надо взять. Где тут наша прокладка? А, нет, она на другую сторону ставится. Так, вот сюда ставится. Встаем. Крепим. Все, отлично. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Смотрим, что там у нас еще ставится. Это потом. Так. Нет. Нет-нет-нет. Тоже нет. Вот. Головка цилиндров. Ставится у нас так. И прикручивается тоже, в принципе, на 7. Ключом только 10 болтов. По 5 с каждой стороны. Вот, обязательно прокладку надо поставить, иначе капец. Тоже выдавит всю жидкость вашу. И капец двиги. С прокладки никак. Хорошо, хоть сальники не надо ставить. Там, в принципе, в большинстве узлов агрегатов машины во многих местах используются подшипники и сальники под них, чтобы они могли ходить и при этом сократить их трение. Но здесь все может быть наоборот. Так, что нам еще не хватает? Следующее, что ставим? Так, вспомнить бы. Так, нет. Нет, что-то. Я уже не помню, что. Нет, нет. Все так разбросано. О, переносной домкрат. Так, нет. Нет. Карбюратор. Рокетшафт. Так, нет. Нет. Ну вот. Я запутался. Ладно, ребят, пока отложим сбор двигателя. Пойду маленечко дрова наколю. Так. Так. Готово. Обана. Так. Открываем наш кузовок. В принципе, наверное, больше не буду рубить, так отвезу. То опять скоро ночь настанет. А я в темноте не хочу ковыряться. Все, и так сойдет. Все равно мне мало платит, сволочь. Так что не буду сильно париться. Ну вот и все. Сейчас мы тебя сгрузим. Ты бабки готовь. Ой. Siinä on vähän vaavampaa. Ostot kaljaa ja makkaroni. Tiiiks.
Ну что ж, вернемся к нашему двигателю. Берем ключик на 8. Бум-бум-бум-бум. Так. Берем вот эту хрень. Присобачиваем ее. Так. На гаечки. Маленькие гаечки. Так. Смотрим. Сколько у нас их еще есть? Вот еще внизу есть. Так, получается. Есть, значит, и тут есть. Да. Так, пока 5. Ну все, вроде как 5 их. Если, конечно, я не ошибаюсь. Их вроде как 5. Все, закрутили. Так, теперь берем ключ на 10. И надо, собственно, нам поместить двигатель вот на эту хрень. На кран. Ставим его вот таким образом. А, хватаем наш кран. Так, потихонечку. Аккуратненько. Подкатываем. Так, сильно укатил. Чуть-чуть назад. Это вот так. Да. Ключами на 10 перехватываем его. Точнее, ключом на 10. Что-то как-то не так он. Как-то он не так. Мне не нравится, как он стоит. Ну-ка, чуть опустить. Еще надо маленечко опустить. Вот. Так. У нас, конечно, должен прихватываться, но не до такой же степени, что прям уж чуть ли не на излом идти. Так. Ну, где-то примерно вот так можно вкрутить. Почему бы, собственно, и нет. Так, все, он здесь встал, тут тоже. Да. Так, по идее, он и должен закрепиться сразу был. Ну, ладно. Пускай не сразу, но в принципе встал как так, как надо. Поднимаем его. Желательно настолько, насколько можно повыше. И оттаскиваем вот сюда. Вот здесь мы будем с ним работать. С нашим двигой. Потихонечку нацепляя на него все детальки. Вот. Фух, так. Что мы делаем следующим шагом? Так. Теперь идем сюда. Берем ключ на 8 и ищем здесь карбюратор. Собственно, вот он. Крепится у нас вот здесь. И прикручиваем его гаечками. Делаем все аккуратненько. Отслеживаем. Так. Вот здесь прикручиваем и тут. Прикручиваем. Так, на карты маленечко. Чтобы убедиться, что мы все прикрутили. Так, ну вроде все. Так, ну все, 4, да, все правильно. Теперь берем, собственно, вот эту штучку. И ставим ее вот сюда. Так. Прикручивается на тем же болто, тем же ключом. Только вот здесь у нас их будет 5. Аккуратненько их вкручиваем. По чуть-чуть, понемножечку. Отлично. Все. Так. Теперь переходим к следующему элементу. Так, берем ключ на 7. Берем к нашу крышку. Ставим. Здесь должно быть 6 болтов. Закручиваем 6 болтиков. Так, здесь 2. Здесь у нас 3. Угу. И здесь 3. Аналогично, зеркально расположенные. Так, здорово. Собственно, вот крышку мы прикрутили. Вот что-то уже, да, похожее на двигатель. Смотрите, как красиво. Шикарно. Так, потом идем сюда, берем ключ на 5. Самый маленький. И присобачим крышечку. Сейчас я найду. Где она?
Нет. Нет. Не пойму. Так, ой, крышечку, какую крышечку? Вот эту штучку. Вот эту штучечку. Она оставляется вот тут, по идее, но... Сейчас что-то как-то не хотит. Вот сюда она должна ставиться. Так, она тут прикручивается на два болтика, вот на пятюню. Вставляем ее аккуратненько, закручиваем. Обязательно убеждаемся, что все мы прокрутили, протянули, иначе будет печалька. Вот. Так, следующий элемент. Следующий элемент у нас шестерня пойдет. Так, ключик на 10. Вот она. Она ставится у нас сюда вот. И сюда. Сюда. Вот. Закручивается всего на всего одним. Нет. Попутал, извиняюсь. Эту рано еще. Вот эту хрень нужна. Попутали. Малесечку. Нет. Нет, нет, нет. Шестереночки у нас, по-моему, все сюда ставятся. Да, вот. А вот она на 10, на один болтик вставляется. Все, готово. Так. Бывает, перепутал. Вы смотрите внимательно. Так. Так, теперь нам осталось поменять ключ. На 6. Ставить вот эту штучку, цепь. Так, вот ставим. Теперь надо все это безобразие закрыть. Вот этой штучкой. Хоп, она. Прихватывается, она получается ключом на 6. Вот такие вот болтики. Собственно, их тоже 6. Так. Потихонечку, по чуть-чуть прихватим. Такс. Готово. Ну вот, что-то уже есть, да, такое преображение. Так, следующий элемент. Так. Берем ключ на 7. А, ищем здесь water pump. То есть получается. Вот она. Вот эту штучку ищем. И, собственно, присобачиваем ее. Здесь вот. Хоп. 2, 3, 4. И вот 5. Все. Гаечки и болтик. Вот, вроде все. Так, ну вот, еще один элемент уже на месте. Шикарненько. Так, теперь ставим крышку на помпу. Хоп. Тот же самый ключ на 7, 4 болтика. 4 болтика. Так, так, так. Окейшки. Все, вроде все протянул. Так, ну вот. Все время преображается, да? Прям так смотришь, классно. Так, хорошо. Теперь берем ключ на 11. И вот ту гайку, которую вот здесь вот... Ой, гайку, шестеренку, которую я выбросил, случайно неправильно поставил. Вот только сейчас ее надо ставить. Только сейчас. Мы ее прикручиваем на один болтик, на один, ключом на 11. Вот. Такое вот чудо-юдо. Так, хорошо. Теперь ставим альтернатор. Икс. Где-то у нас тут ставится. Да я не пойму. Где-то вот тут вот он должен прихерачиться. Может, я не так держу его? Что если... Оленчика поменять позу, да? Стоять не раком, а нормально. Блин. Только нашел место, и он упал. Разве так можно? Так, ловим эффект. Так, здесь, значит, что у нас? А, ключом на 10. Затягиваем гайку. Вот тут. Вот здесь надо, получается, крепление. Это крепление заключить. Так, ключ на 10. Так, маленечко на карты. Вот эту гаечку. Так.
Болты у нас, по-моему, на 7. Да, на 7 болтик. Вот, все. С этой хренью готово. Надо теперь переходить к следующему этапу. Так, отлично. Теперь ищем купленную мной ремень. Нам нужно его поставить сюда. Вот. И маленечко натянуть. Раньше натягивался обычной отверткой. Сейчас не знаю. Нет, рано-рано. Сначала нужно просто его вот отрегулировать. Так. Вот. Штучка должна быть в нем. Вот теперь мы можем его закрутить. В принципе, уже в нем. Да, все закрутили. Ну вот как-то так. Так, хорошо, теперь переходим обратно к ключам. Берем ключик на 7 и вот эту штучку. Engine plate. Она у нас ставится вот с этой стороны. Так, поймать надо. Момент. Просто ставится, ничего больше с ней не надо делать. Так. А вот сюда надо зафигачить стартер. Вот здесь вот. А для этого мы, собственно, и брали ключик на 7. Здесь всего 2 болтика. Вот. Всего 2 болтика. Колобысь. Выкрутили, все. Как бы. Никаких больше манипуляций делать не надо, всего 2 болтика. Вот. Готово. Так, теперь ставим большое такое вот это колесико. Тоже ключом на 7. Надо будет 6 болтов закрутить. Вот этих вот. Вот они. Закручиваем. Тек. Отлично. Вот так вот. Шикардосики. Сейчас я на всякий случай проверю, протяну все. Все, все хорошо. Прикрутил. Все пока замечательно. Так, теперь надо собрать сцепление. Оп. Переворачиваем. Хоп. Вот как-то так. Готовое сцепление ставим на место. Ой. Сейчас как разломаю. Собственно, вот сюда. Вот. Теперь его надо прикрутить. Вот. Так, для этого нужно взять ключ на 6. Вот он, по-моему, да. И перекрутить все 6 болтиков. Капитально, иначе капец. Так, крутим. Крутится, вертится, водоворот. Тикс. Отлично. Ну вот. Шикарно. Так, протягиваю на всякий случай. Мало ли чё где. Хух. Шикарно, да, двигай. Становится вообще реально такой двигай. Тема. Так, теперь нужно, короче, корзину сделать. Собрать для этого, берем ключ на 7. 8 болтов. И 1 на 13 будет, который пробка. Аж 8 болтов, ёшки-матрёшки. Серьезно. Эй! Давайте считать вместе. Так, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. Отлично. Все 8 прихватили. Теперь этот на 13. Так, 13. Большой вот у нас на 13. Хоп. Закрутили. Все. Красотища, да? Вообще супер. Так, теперь коробку цепляем. Оба-на. Так. Для этого у нас
один всего болтик здесь будет на 10 закручиваться. Остальные вот маленькие. Так. Смотрим, где он у нас. Эти на 7. Так, вспомнить бы, куда он на 10-то закручивает. Так. Вот он на 10. Здесь закручивается. А эти на 7. Ключом. Тик. 7 взяли. Их 6 штук. Считаем. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. Все. Все закрепили. Шикарненько. Так, теперь берем ключик на 7. Так. Ключик на 7. Берем драйвер гир. И сейчас мы его должны присобачить. Так. Помнить бы. Вот так. Здесь очень много. Странно. Вроде на... А, нет. Не на 7 ключ берем, на 6 ключ нам нужен. Чё это я? На 6, а болтов 7. Вот. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Конечно, гайка не болт, но не важно. Главное, что 7 манипуляций сделать. Все. Вот как-то так. Однако. Окей, теперь время свечей. Берем четвертую свечу. Ищем, куда она хочет у нас войти. Оп. И вкручиваем ее. Так. Я так подозреваю, это вот этим делается. Тик. Раньше можно было от руки, а теперь надо вот этой штучкой. Готово. Так, третью. На свое место. Вот. Специальненький ключик, чтобы вкручивать свечи. Без свечей мы не сможем завести ни двигатель, не будет искры. Так. Готово. Что ж, свечи мы поставили. Уже хорошо, да? Осталось совсем чуть-чуть. Потихонечку темнеет, надо включить свет. Вот. Вот так вот. Так, теперь берем ключ на 7. А, ищем топливную помпу. Вот она. И ставим ее, собственно, на место. Закручивается она всего на 2 таких вот болтика, да, гаечками на болтики. Опачки. Все. Топливная помпа, то бишь насос поставлен. Топливный. Шикарно. Так, теперь берем ключик на 6. О, господи, что ж мне так лазит-то? Ищем здесь вот эту штучку. Дистрибьютор. Дистрибьютор у нас должен ставиться где-то тут. Здесь. Вот. Вот поэтому прикручивать все на один болтик. Вот и все. Вот так вот. Хоп. Готово. Так. Ну, собственно, ребят, на этом сборка двигателя, в принципе, закончена. Все. Следующий наш шаг – это помещение двигателя в машину. Вот, но это я уже сделаю в следующей серии, потому как уже темно, персонаж устал, он его покормить, а то он сдохнет. Считай, все мои старания будут понапрасну. Поэтому у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, кому понравилось, не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.